На английский для всех. Курс английского языка, подготовленный на Международном канадском радио. Английский – один из самых употребляемых языков в мире. Его легко учить, особенно в начале. Международное канадское радио поможет вам овладеть языком, который пригодится вам в повседневных ситуациях. Меня зовут Юрий Боголепов. Со мной вместе в уроке участвуют Клэр Шапира и Боб Джероломи. Hello! Сегодня мы остановимся на том, как задавать вопросы по-английски. Это несложно. Сначала вопросы, которые начинаются со слова «who» – «кто». Вопросительное слово «who» употребляется тогда, когда вы хотите узнать чье-либо имя. Например, «кто это?» «Who is that?» «Who is that?» Если вы хотите узнать о нескольких людях, то есть спросить «кто они?», вы должны сказать «Who are they?» «Who are they?» Послушайте этот диалог на вечеринке. Great party, eh? Yeah. Who is that good-looking girl? Who's that? That's Joan. She's my wife. Oh, sorry. Давайте разберем выражение в этом диалоге. Он происходит на вечеринке. Один мужчина говорит. Great party, eh? Да, чудная вечеринка. Great. Мужчина замечает красивую танцующую девушку. Он хочет узнать, кто она. Он спрашивает. Who's that good-looking girl? Who's that good-looking girl? Кто эта красивая девушка? Сначала несколько слов. Good-looking. Good. G-O-O-D. Hyphen. Looking. L-O-O-K-I-N-G. Good looking. Это слово можно употребить при описании мужчины и женщины. Вы можете сказать. Who's that good-looking girl? Или... Who's that good-looking guy? Парень, guy. Это разговорное выражение, но очень употребительное. Но вернемся к диалогу. На этой вечеринке беседуют два парня. Один из них говорит. Who's that good-looking girl? Другому не нравится его вопрос. Он отвечает. She's my wife. Она моя жена. О, боже. Хорошо, возьмем другие вопросы с who. Теперь попробуйте задать вопрос с формой «Who is that?». Повторяйте за Бобом. Who is that guy? Who is that guy? Who is he? Who is he? Who is that woman? Who is that woman? Who is she? Who is she? Who are they? Who are they? Who is часто редуцируется. Who's? Who is? Whose? Who is? Whose? Who's that good-looking girl? Who's that good-looking guy? Послушайте этот диалог еще раз. Great party, eh? Yeah. Who is that good-looking girl? Who's that? That's Joan. She's my wife. Oh, sorry.